Вы сейчас видите уникальные кадры. Эти останки нашли на побережье Каспийского моря. Фотографии нам отправили на электронный адрес. Что это? Точно не рыба и не тюлень. На первый взгляд – хищник. У него большие клыки. Стоит присмотреться и к лапе. Вот видно, она пятипалая, с мощными острыми когтями. Сенсационная находка наталкивает на мысль, а ведь в Каспии все еще могут обитать животные, которые каким-то чудесным образом выжили за миллионы лет. Это существо погибло недавно, крупное тело еще не до конца разложилось. Мы показали фотографии ученым, они задумались, начали сравнивать и сопоставлять. Ученые утверждают, чтобы точно сказать, какое это животное, нужно сделать анализ ДНК, но предположить можно. Хвост, череп. Это крупная кошка, да. И когти, это говорит о том, что это крупная кошка, которая просто плавала и вынесла на наш берег. И по когтям тоже. Это, скорее всего, леопард или снежный барс. Просто сравнить череп, да, посмотреть, да, да. И это будет очень, уже установить, это уже не проблема. Зоологи утверждают, что это точно не фотомонтаж. Фотографии настоящие. По их словам, это может быть леопард. Череп схож, клыки и когти тоже. Но ученые говорят, у леопарда шерсть не длинная. А у этого странного существа вот отчетливо видно. Каждый волос 5-6 сантиметров в длину. Какое животное изображено на фотографиях? Гепард, снежный барс или леопард? Это все догадки, ведь никто анализ ДНК пока не проводил. А может быть, это нечто другое? Например, хищник, обитающий в море. И в таком случае можно только догадываться, сколько их там, в глубинах Каспия. Мурат Магомедов, Анжела Гасангаджиева, Руслан Касумов. Время новостей.